Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб. Все меня просили, чтобы я поиграл в эту игру, но я и сам, честно говоря, хотел, потому что это типа новиночка. А рекомендуют играть с наушниками. Five Nights at Freddy Into the Pit. Into the Pit — это переводится с английского, как я перевел, в яме, да? This game has autosave. Но мы сейчас с вами... Первое впечатление, самое интересное, да? Так, смотрим. Я понимаю, что вы уже все, наверное, смотрели где-то эту игру. Релиз. Версия 1.0.2. Любую кнопочку нажмите. Five Nights at Freddy. Понимаю, что... О, видите, там Скотт было внизу написано. Скотт. Этот, короче, главный создатель этой игры. Правильно ведь? Вот. И это, типа, официальная игра. Мне сказали, что это игра польский, португальский, русский. О, размер иконки, без рамок, экран. Ну, посмотрим, что тут в настройках есть. Тоже интересно. Тоже понимаю, что, может быть, игра сама более интересна. Но сейчас мы к этому перейдем. Доступность. 10 минут. Подсказок. Какие-то подсказки нам нужны будут. Ну, видимо, тут все, назад. Подтвердить. Так, достижения, титры. Давайте новая игра нажимать, не будем затягивать. О, как он там вылазит. Так, пусто. Чикс. Поехали. Для обеспечения оптимального опыта игры регулируйте ползунок, пока центральное изображение не будет едва видно. Но у меня и так. Вот так центральное левое не должно быть видно, а центральное едва. Ну так, мы в серединке, все. Так, страшно, жутко, сложность. Акцент на повествование, баланс, страшно. Давайте возьмем жутко, а если я пройду на жутко, и если игра хорошо пойдет, то пройдем еще и на страшно, окей? Так, вы точно хотите продолжить с этими строками? Да. Берем акцент на повествование. Пролог. Держись для бега. Понял. Что-то рисую. Вы можете хоть раз здесь, хоть раз здесь. Что там, блин? Освальд, пора. Папа пишет. Куда пора? Что пора? Ничего не понял. А, рисует что-то. Это Бонни, да? Бонник. Едем с папой в машине. А больше некуда пойти. Поначалу пицца казалась вкусной, но хочется чего-то нового. Мы в пиццерию едем! О, в пиццерию! Да, будет тебе, Оз. Пиццерия Джеффа. Далеко не самое худшее место. Каждый день лета похож на предыдущий. Я прихожу, беру пиццу, несколько часов кладею на желтые стены, покрытые жиром, а потом жду, пока ты меня заберешь. Вот главный герой, да? Мальчик. В чем тут веселье? Я уже даже рад, что завтра вернусь в школу, потому что приходить сюда буду только по выходным. Папа, прости, сын, я знаю, что никому не хочется проводить все свое свободное время в захудылой пиццерии, но это все, что у нас есть. Это все, что мы можем себе позволить. Ты же знаешь, что после закрытия фабрики у нас проблемы с деньгами. Когда я устроюсь на полную ставку в магазин, если этот магазин вообще не загнется раньше, в этом городе все либо загибается, либо уже мертво, и никогда не знаешь, что станет следующим. Почему мы не можем поехать в соседний город, где все еще живо? Там теперь все мои друзья. Поездка недолго. Бабушка переживает. Поездка не вариант. А если только хрупкие бабушкины кости не окрепнут за ночь. Бабушке не хочет отец ехать. Может, мы просто укутаем бабушку в пупырку? Ха, если все было так просто, даже великая мощь пупырки не сделает бабушку сильнее, и тут ничего не изменишь. Эх, подожди, бабушка с ними живет, и она, у нее кости больные. Кстати, об изменениях. Готов поспорить, что тут опоссум все еще лежит на углу у светофора. Думаешь, давай заключим пари. Если эта тварь еще там, с меня дополнительный доллар на еще один кусочек пиццы. Хорошо, какой еще опоссум? О, лежит. Они передавили его. Или не они? Ой, боже, все еще там. Все еще мертв. Блин, опоссум. Джозеф Пицца. Все наладится, Оз. Да, понятно, куда уже хуже. Вот это правильно. Какое мрачное звучание в игре.
Так, папа уехал. Что я за отец такой, что не могу порадовать его, не говоря уже о том, чтобы купить ему что-то помимо пиццы? Прости, все, что так получилось, Освальд. Что все так получилось. Так, я сижу, наминаю пиццу. Я играю за Освальда. Пап, мы опять опоздали. В смысле, помнишь, как раньше это было самым... Это, как это было самым крутым местом раньше? А то, мои родители постоянно возили меня сюда. Я до сих пор помню, как играла в бассейне. А, это мать? А мама где? Подожди. Это... Подожди, а где мать? В бассейне с шариками и заразилась лишаем. Фу, видимо, поэтому здесь все еще ограждение. Ну и потому что, ну, ты знаешь. Секретный бассейн с шариками? Двигаться. Найти бассейн с шариками. Карта, М буква. Чикс. Прикольно. Мы в зале. За кулиси. Подвал. Выход. Холл для вечерина. Кухня. Бассейн с шариками. Я уже вижу его на карте. Прикольная игра. И приятная анимация такая пиксельная. Только мне что-то кажется, я не ту сторону попер. Мне надо в правую двигаться. Shift бежать. Ой, могу бегать нормально. Я пошел. Давай больше не будем разговаривать об этом отдельном бассейне с шариками. А, это они разговаривали все. Это их не диалог был, мы подслушивали. Поняли? Давай больше не будем. Это вот семья вот. Это что такое? Карта. М. Кухня. Это, наверное... Дверь заперта. Это кухня, скорее всего. Ладно, а тут что? Ничего нету. Ну, вот этот, может быть, этот бассейн с шариками. А ну-ка. Точно! Ого! Он и вправду существует. Так, 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 так. Выглядит немного мерзко. Но интересно, что будет делать отец, если я спрячусь и пропаду на некоторое время. Может, так он поймет, что не стоит оставлять меня одного в таком стрёмном месте на весь день. Обидка на папу. Ой, спрятаться в бассейне. Шарики можно пинать. О, паук! Что за дичь? Откуда он тут взялся? Паучара, вы видели? Пополз. Похоже, здесь что-то... Закрасили. Интересно, что? Лицо чье-то? Ну, какие-то силуэт. А, подожди, это ребята, Чика. По-моему, там этот Бонни, эти все эти аниматроники. В шарики. Надеюсь, что не подцеплю здесь коннективит. Или лишай. Jump to the pit. В бассейн. У меня достижение. О, видите? Исследовать область. Какого? Подожди, вечеринку устроили здесь. Меня пинают мячиками. А, подожди. А, мы телепортировались. Ё-моё, через бассейн телепорт сделался. В прошлое, когда еще было все окей, да? Эти персонажи похожи на тех, которых я рисовал. На картоночке. Чика, Фредик и Боник. Папа сказал, что потом мы поедем смотреть кино. Легкомысленный ребенок. Офигеть, а что будем смотреть? Будете смотреть? Взволнованный ребенок. Не знаю, что-то про людей, которые охотятся на привидений. Не помню название. Showbusters! Я видел этот фильм на той неделе. Следи за слизью. За слизью. А это что такое? Это место шикарное. Хочу остаться здесь навсегда. А эти ребята что-то скажут? Мы сейчас выйдем, и здесь будет как раньше, типа, да? Движуха в пиццерии. Мы телепортировались в прошлое, получается. Когда еще все было движуха. Мама сказала, что нельзя танцевать после стольких кусков съеденной пиццы. Но это же вечеринка. Что может случиться? Что может случиться? Да все что угодно может случиться. Урчание в животе. Ой, наверное, мне стоит немного посидеть. Бонни лучше. Как думаешь, он принимает заявки? Опа. Бурый медведь, розовый кролик и какая-то птичка. Жутко. Но всем, похоже, нравится. Область исследовали.
Идем сюда. И что? О, жвачки. 25 центов за конфету. Я могу жить на конфетах всю свою жизнь. Маме только это не понравится. Тут пацанчик смешной. Так, нужно больше жетонов. Мои потерялись в бассейне с шариками. Жетонов. Это кухня? Эта дверь заперта. Прикольно. О, какие-то пацаненки. Майк. Эй, чувак, крутой шмот. Никогда не видел такой прикид. Спасибо. Мне нравится твоя футболка. Будущее прошлого. Это мой любимый старый фильм. Старый? О чем ты? Он вышел всего 3 недели назад. Забей, он просто прикалывается. Меня зовут Майк. А это Чип. Как тебя зовут? Меня зовут Освальд. Освальд? Как волшебника. Волшебника? Из страны Оз. А, да-да, я смотрел этот фильм. Мои родители зовут меня Оз. Думаю, оттуда они и взяли мое имя. Почему мы не видели тебя раньше, Оз? Я, это хороший вопрос. Ха-ха, ты забавный. Новеньким быть неплохо. Оз, благодаря новой фабрике в город заезжают новые люди. Новой? Абсолютно новой. Мой отец работает там. Отец Майка тоже. Уверен, твой отец тоже устроился туда. Что? Но... Чип, слушай, ты совсем загрузил новенького. Дай ему освоиться. Оз, хочешь поиграть с нами в пицца-роллер? Звучит интересно, но не думаю, что мне место именно здесь. А где же тогда? Ой-ой-ой-ой. Вы видели? Да ладно тебе, я хочу поболтать еще с тобой о фильмах. Решено. Пошли с нами в зал игровых автоматов. Не понимаю, что происходит, но думаю, я могу немного потусить здесь, лучше, чем прятаться в мерзком бассейне. Да и непонятно, во сколько приедет отец. Следовать оба перейти. Смотрите, Чипа и Майка в зале игры к автомату. А тут там кто-то был. За эта дверь закрыта. Пицца, пицца, пицца. Все жрут пиццу, все радуются, все обожают пиццу. Так, не бегать, Освальд. Второе, не кричать. Не бегать и не кричать. Ого, пицца очень даже ничего. Так, а куда они побежали? Этот ребенок ест пиццу со вкусом макарон с кетчупом. Фу, я всегда за развитие вкуса пиццы, но это уже перебор. Видимо, тебе никогда не попадалась пицца с ананасами. Ананас в пицце? О, боги! А, они тогда такой пиццы еще не знали. А эти? Как думаешь, Фокси скоро вернется? Я скучаю по нему. Кто знает, если бы я мог исходить все моря и океана, я бы никогда бы не вернулся. Но что насчет всей этой морской соли? Разве сама мысль об этом не заставляет тебя судорожно чесаться? Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть соленым морским лисом. Укрепляет характер. Так, мы сюда можем зайти? Так, среди Чипа и Маку в зале игровых автоматов. Так, купон на пиратскую вечеринку Фокси. Купон. Так, бери его. Фредди, привет. Тут дверь какая-то. Тут какая-то решетка. Подарок. Газировка со вкусом пиццы. Даже не хочу представлять ее на вкус. Какой-то подарочек, надо его достать. Это что за дверь? Нужно осмотреться. Нужно... забронируйте комнату для вашей следующей вечеринки. Бесплатный официальный торт Фредди Фазбера при каждом бронировании. Фредди? Кто такой Фредди? Он не знает, кто такой Фредди. Как же не знать, кто такой Фредди? Забронируйте комнату. Так, это то же самое. Нам сюда. Наверное. Так. О, комната игровых автоматов. А вот два этих пацаненка, да? Наших дружбанов. Чип, ты смотрел Зендреликс? А Зендреликс против Мекки Зендреликса? Смотрел ли я? Да я обожаю Зендреликс. Так и знал, у парня есть вкус. Наконец-то кто-то обожающий классику. О, кто-нибудь играл в пицца-роллер? Нет, но я видел что-то похожее. Это самая последняя и лучшая модель от Фазбера. Так что я не удивлен, что у нас тут эксклюзив. А что за Фазбер? Ха, чувак, не знаю, это Фазбере. Ты как с другой планеты. Вот, бери шары, и мы покажем тебе, как играть. Сначала ты будешь против меня, я буду поддаваться. Возможно.
Так, счет. Как играть? Итак, задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков, запуская шары в кольца. Но есть, но в конце есть рампа, которая запускает твой шар, так что нужно управлять скоростью. Так, зацени. Так, и чё мне... О, я 100 очков набил. Выпендрёжник. Ос, попробуй. А, спейсом нажать. Блин, слабо ударил. А, чёрт, десяточка. Понял, два раза надо пробил. Продолжить. Моя очередь. Майк Освальд. Ага, понял. Ос проигрывает. 50. Блин, он... Ого, Майк, ты хорошо в этом. Да. Майк лучший в городе. Даже слишком хорош, на мой взгляд. Не то, чтобы я прям старался. Я просто застрял здесь на все лето, пока мои родители работают. Но как только мы все вернемся в школу, я потеряю навыки. Блин, чересчур сильно. Обидненько. Ну вы поняли, как надо бить? В школу? Ты тоже ходишь в школу Вестбука? Конечно, здесь только она и есть. Да что ж такое? Ладно, погнали. Мне не получается. Он 50-очки только так закинул. Я слышал, что у нас будет новая учительница в этом году. Кажется, ее зовут мисс Митчем. Ос, последний шар, постарайся. 10. Соточку. Видите, получилось в конце. Ха, все еще непобежденный. Чувак, ты мог бы быть полегче стовеньким. Зато в следующий раз у него будет мотивация стать лучше. Так, как насчет игры в салки вместо этого? Давай. Так, мы сможем показать это место Озу. Да, давайте. Круто, я начну. Готовьтесь убегать. Побежали. Так, без shift. Не попасться. Ой. Нужно смотреться. Давай сюда. В автоматы войти. Ой-ой-ой-ой! Поймал, блин. Меня поймали. Вот, блин. Надо не попасться. Надо бежать быстрее, не тупить. Побежали, побежали, побежали. Найти, куда спрятаться. Да бегу уж куда-нибудь пытаюсь. Так, давай сюда. Это не сюда, нельзя спрятаться. Идем сюда куда-нибудь. Автоматы пиццу жрут. Не поддается. Давай в эту дверь. Опа. О, пустой костюм. Уверен, они никогда не будут его смотреть тут. Подарки. Блин, в костюм. 1985 июнь. Это я? Что-что? Прямо как в том фильме. Я слышу шаги, надо спрятаться. Зря ты это сделал. Панорамная камера. Опа, к нам пришли гости. Индикатор показывает, сколько шума вы создаете. Ведите себя тихо. Ох, надеюсь, Майк не слышал. Сначала нужно спрятаться. Куда он пошел? В вентиляцию залез. Так. Тинц, тинц, тинц. Ха, неплохо, но я слышу тебя, Чип. Поймался. Ну и ладно, ты уже нашел Оза? Пока нет. Он не шумит, в отличие от тебя. Что ж, может я найду его первым? Сдрыснули, а я в роботе остался. Хех, они никогда не найдут меня. Блин, я так и знал, какая-то хрень сейчас будет. Тут дверь какая-то. Это кто такой? Держать. Блин, вы видели это? Охренеть, это что вообще такое было? Хорошо, что меня не заметили. Видимо, здесь лучше не находиться. Я не понял, но я что-то нажимал пробел. Что происходит?
Какая-то чернуха происходит, походу. Испуганная женщина. Продолжим. Скорее, хватай детей! Испуганный человек. Детей своих вытягивает. Начинается трешня. Эй! Есть кто-нибудь? Чип, Майк. Продолжить. Черт, не мог. Нет смысла кричать, слишком многие кричат вместе со мной. Где они? Может, они знают, что происходит? В робота могу здесь снова. Осмотреть. Вылезть. Могу ныкаться в роботе. Подарки. В этих подарках ничего нет. Надеюсь, что это просто декорация, иначе какой-нибудь ребенок получит худший подарок на день рождения. Здесь что? Что-то мешает. Нельзя пройти. Не поддается. Надо начинать назад идти. Так, здесь что? Здесь что? Что здесь? Кто здесь или кто здесь? Автомат. Напоминает эти пазлы с перемещением. Ты чё? Здесь написано, что мне нужен игровой жетон для игры. Интересно, где его можно найти? Отец рассказывал, что в моем возрасте обожал эту игру. Выглядит действительно забавно. Игрушки. Если бы у меня были билеты, я бы обменял их здесь на призы. Этот ракетный корабль выглядит так круто. О, молоток, бери. Это не выглядит настолько же весело, как остальное. Ого, это GGI. Побил рекорд во всех играх. Должно быть, он действительно хорош. Куча игр. Здесь написано, что мне нужен игровой жетон. Отец сказал, что в моем возрасте я обожал эту игру. Но это все одинаковые. Одинаковые вещи. Ты что? Интересно, сколько требуется билета, чтобы получить купон? Какие-то купоны какие-то собирать надо. О, все бегут куда-то. Налево. А мне тоже туда, пожалуй? Или не надо? Я посмотрю, что там. От кого бежите, ребят? Надеюсь, гласит, ушел... Надпись гласит, ушел в пиратство. Скоро буду. Без понятия, что это значит. Но за кулисами смотреть не буду. Под стол могу заныкаться. О, будем знать. Радио. Кто кричит? Дверь приоткрыта. Ой. Ой, бляха-муха. Ты кто такой? Это же Фредик. А чё он живой? Он... Это Бонни. Манит меня. Офигеть! Он просит меня следовать за ним. Может, у него Чип и Майк? Может быть. Я не знаю, я уже 20 минут играю. Давайте на этом моменте остановимся, потому что очень страшно. Первые 20 минут я этой игры снял, сохранение есть. Следующая серия будет не за горами, я думаю, с вашей поддержкой можем даже до конца ее пройти. Все, увидимся на титульный экран. На титульном экране увидимся. Всем спасибо за просмотр, за поддержку и лайкосики. Увидимся в следующих сериях, в следующих видеороликах. Всем пока-пока.